Как выбрать правильный парфюм и какой аромат способен поднять настроение? В Химках провели мастер-класс «Эко-стиль и ароматерапия». Анна Карнаушенко в индустрии давно начала с рассказа о видах парфюма. Среди них люксовый, массовый и селективный. Ну, никого не слушал, ни Сальвадор Дали. Вот как ему нравилось, он так, как он видел свои картины, так вот он рисовал. Никого не слушал Петр Ильич Чайковский, как он слышал эту музыку в голове, так и писал. Вот точно так же парфюмеры создают селективный парфюм, как они видят. С энтузиазмом ведущая поведала об ароматах Сибири. Они дарят бодрость и свежесть. Жители мастер-класса ценили по достоинству. Как вам сегодняшнее мероприятие? Расскажите, пожалуйста. Мастер-класс был просто отличный. Эмоции, с которыми рассказывали о Сибири, просто грандиозные. А ароматы, которые передают, до сих пор хвоей пахнет здесь. Захотелось на Байкал, правда? Посетить подобные мастер-классы можете и вы. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости» в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.